landing. Как они узнали, что мы сбежали? Итак, в чем совершенно нет сомнений, так это в том, что монахиня и мороженщик действуют заодно. Также нет сомнений, что монахиня не человек. Ее красные глаза светятся в темноте. Да, а еще не поддается никакой логике появление вот этих писем. Писем приглашений. Но первое письмо кто-то вставил в дверь, когда мы вернулись из школы Eagles Junior School. Но монахиня не могла этого сделать. Она осталась в школе. Я видела, когда мы отъезжали, как она стояла у ворот. А может, это Рот сделал? Это возможно. Тем более он знает, где мы живем. Ну а второе письмо? Как оно могло попасть в чемодан? Со вторым вообще загадка. Я закрыла чемодан рано утром. Потом мы спустились с тобой по лестнице и положили его в багажник машины. И больше я его не открывала до самого приезда домой. Значит, письмо положили в чемодан, когда он находился в багажнике. Думаешь, за нами кто-то следил? Как это вообще возможно? Больше нет других вариантов. Подумай сама. Ты закрыла чемодан и спустила его вниз. В этот момент точно никто не мог подложить письмо. А потом чемодан оказался без присмотра в багажнике. Думаешь, кто-то мог залезть в багажник машины, а мы этого даже не заметили? По дороге домой мы из машины не выходили. Значит, письмо могли подложить только на территории базы. Но когда? Не знаю. Возможно, когда ты ворота открывала, чтобы выехать из двора. Возможно. Других вариантов я просто не вижу. Получается, эта парочка знает, что мы уехали. Надеюсь, эта парочка не знает, куда мы уехали. Они от нас не отстанут и точно найдут здесь. Это только вопрос времени. И что ты предлагаешь? Всю жизнь мы от них бегать не будем. Нужно встретиться и узнать, чего они хотят. Это опасно! Знаю. А какие еще есть варианты? Я предлагаю съездить в монастырь и узнать побольше о монахине Мэдлин. Уверен, все началось именно там. Ну, поехали. Что нам еще остается? Уверен, что мы правильно приехали? Нет, но у меня есть только эти координаты монастыря, так что идем смотреть. Похоже, здесь одни руины. Да, в этом монастыре явно давно никого нет. Ну давай рассмотрим здесь все. Может, это вообще не этот монастырь?
А что это за знак? Не знаю, какой-то оккультный. Смотри, это круг, а в него вписана звезда и глаз. Еще какие-то значки. Да это пентаграмма. С помощью такой вызывают дьявола. Ничего себе монастырь. Ну, судя по нашей монашке, здесь может быть все, что хочешь. Смотри, а это что такое? Здесь какие-то святые. А здесь монашки. Да, и они на коленях. Давай заберем с собой, а дома разберемся, что это такое. Да. А там еще что-то, видишь? Смотри, а вот и монашки. Какое-то старое фото сохранилось. Фото очень старое, плохо видно. Да, тяжело разобрать, но все равно немножко видно очертания лиц. Думаю, среди этих монашек и есть наша Мэдлин. Я думаю, она здесь точно есть. Разберемся. Смотри, Тим! Перевернутый крест. Еще один знак оккультизма. И такой же крест у монахини на груди. Теперь нет никаких сомнений, что сестра Мэдлин вызывала дьявола. Смотри, тут еще глаз. Такой же самый глаз, как на пентаграмме. Интересно, что это было за помещение? Еще молитвы монахи? Мам, тут еще какие-то фотографии. Все, забираем, дома разберемся. Мам, тут еще что-то. Все, забирай и пошли. Осмотримся еще. Жуть какая. А тут еще тоже дырка, смотри. Прямо в небо. Это что такое? Мам, я нашел что-то. Что это такое? Знак точно такой же, как на стене. И надпись SM. Сестра Мэдлин. Это старые фотографии. Смотри, и с детьми, и монашками. Смотри, и здесь дети. Причем, смотри, здесь дети меньше, а здесь они постарше. Я думаю, что на этих фотографиях есть
и Род, и его сестра. Может быть, но вот только кто? Не знаю. Давай все собираем, дома разберемся. Все, едем домой? Я из окна еще видела какие-то странные камни. Пойдем еще на них посмотрим, и можно ехать. Хорошо. Эти камни? Да. Похоже на могильную плиту. Да-да, тут и там еще. Смотри, СМ. Сестра Мэдлин? Похоже, она все-таки умерла. Похоже, ты был прав, и монахиня действительно призрак.